Всем привет! Сегодня ко мне в гости едет Алексей. Едет долго, едет непросто. Полгода назад он наконец-то собрал свой велосипед. Велосипед непростой. Велосипед там гаечки, шайбочки, колесики, все по высшему разряду. Он им очень гордится. Это увлечение сейчас его поглотило полностью. Он там мне шлет какие-то там нечеловеческие треки, там 40 километров в день, там 60, он там вечером после работы накручивает. Я этот велосипед вживую не видел, видел только на фотографиях. Конечно же, не мог не подготовиться к встрече с другом. Ну, подождем Алексея, посмотрим, что это за велосипед. Ну, здорово, корова. Что, ножки не держит? Дрожат ножки. Долго я, когда выехал? Вчера после работы стартанул. Пошли. Да. Бренд известный? В узких кругах. Карбон? Абсолютный. Вес? Ну, если без педалей, навесного, вот как он в магазине, ну, что-то 7 с чем-то. Ну, сейчас, наверное, килограмм 8. Скорость? Беспредельная. Но я вот тут передачу смотрел про шоссейников, и там ребята делились своими, ну, впечатлениями, кто сколько развивал. Ну, говорят, там 130 легко. Вот это вот удовольствие в попу не впивается? Ну, впивается, конечно, но привыкаешь. А что, на педали денег не хватило? Ну, педали, да, здесь как бы контакты. А, тут же к ним пристегиваешься. Копытце черта! Да. А быстро они отстегиваются-то при падении? Ну вот данная система, она в принципе быстро отстегивается. Тут плюс какой? Ты когда давишь на педали, иногда устаешь. А если ты еще тянешь вверх, то у тебя разгружаются вот эти мышцы и легче становится. Ну и в принципе ты лучше велосипед чувствуешь. Педалирование, короче, лучше. Когда едешь на таком велосипеде, девчонки оборачиваются? Ты знаешь, когда едешь на таком велосипеде, я бы не сказал, что ты едешь, я бы сказал, что ты дубасишь. Поэтому картинки сливаются уже не до девчонок, лишь бы не впилиться куда-нибудь. То есть это не велосипед для пикапа? А по виду? А колеса вот, покрышки лысые? Ну, гайцы не пристают? Для асфальта нормально, а зимой я не езжу. Но если что, ты мне поможешь шурупики изнутри прохренать. Прошипуем. А, сколько скоростей? А, на звезде 11. 11 здесь, и там 2. Ну, 22 получается. Понятно. ТО своими руками? Ну, как видишь, я без фанатизма. Вот три последние, видишь, чистенькие они. Ой, Леш, понимать бы еще чего. А это значит, что я на них не езжу, я еще не псих. Понял. Это, ТО сам делаешь или как? Ну, я мою его сам. А, это все, да? Вот это удовольствие синхронизировано с тормозами? Нет, это просто ты нажимаешь. А. Вот так. Ну, чтоб тебя на дороге видели. А я думал, что уж вообще как все по-взрослому. Не, ну по-взрослому здесь можно вставить тут электронную систему переключения. Вот, видишь, тут крышечка, там аккумулятор, и ездить как белый человек, но это очень дорого. То есть есть к чему стремиться? Ну, стремиться всегда есть к чему. Ну, вообще впечатляет, если честно. Так, вообще такая пушинка. Вот. Стрелять можешь, Леша. Как из карбонового лука, да. Сколько вес держит? Какой вес максимальный? Ну, по-моему, килограмм 150, но карбон его сложно ушатать, он очень много весит. Попался. Ой, весит. Держит. Попался. Не я это сказал. 150. Знаешь, какой самый быстрый велосипед в мире? Велосипед друга. Ну, круто. Я говорю, ну просто. С ним можно гулять. Леш, а в чем вот, ну вот принципиально, тезисно, в двух предложениях, в чем отличие
от обыкновенного велосипеда? Вот ощущение твое, вот что вот, прям вот. Я хотел слезть с обычного велосипеда на такой, чтобы минимизировать свои, как бы, усилия для преодоления какой-то определенной дистанции. То есть это велик для лентяев? Я так думал. Понимаешь, я думал, я минимизирую усилия, сокращу время. Да, все это произошло. Но при этом я потерял кайф. То есть вот этот кайф, когда ты едешь и кайфуешь, его нет. Ты дубасишь как лось, блин. И в результате я на нем, блин, устаю даже больше. Но время, которое я думал сократиться с такого, да такое сократилось на такое. Понятно. Нет, ну а теперь вот это, как на страшном суде, говори. Но вот внутреннее ощущение, то, что ты едешь вот на таком велосипеде, прет как-то от этого? Да пипец. По крайней мере, честно. Даже не знаю, вот как после такого вот оснащения свой показывать. Но у нас тоже есть велосипеды. Тоже ездим мало-мало. Пойдем покажу. Парни, Леха еще не видел мой велосипед. Это что? Это что за? А это что такое? Это тормоз. Тормоз? Сигнализация. Охренеть. У меня нет слов. Я даже не знаю, что сказать. Жень, а что это? Это самец. А дашь прокатиться? А удержишь? В словах я могу сказать про свой велосипед. Создан он маленьким народцем, трудолюбивым, с раскосыми глазами. Создан, это реплика, они его угнали у десантников Соединенных Штатов Америки. Он складной, он складывается пополам, те с ним вроде бы как десантируются и вступают в бой. Далее он прошел небольшой чип-тюнинг. И мы получили вот такой велосипед Лось-1, модель 308 Винчестер. По всем первичным и вторичным признакам он самец. Девчонки оборачиваются, да по правде сказать, и мальчишки. Вот, ну, теперь осталось только погонять. Не, ну конечно, мне его не догнать на моем шоссере. Ну, конечно, блин. Что, доехали до асфальта? Ну что, догнал на асфальте? Лёх, здесь ближе, давай срежем. Ну, давай. Офигеть! О! Откуда ты выбрался? Вот такое вот кино. Теперь у каждого из вас есть возможность сказать, чей же все-таки велик круче. И напишите в комментариях, какой бы велик выбрали вы.